О, здрасте. О, да здрасте. И О, здрасте. вас хорошо слышно. Конечно. Может, вопрос у вас какой-то интересный есть или тема? Да вы знаете, тема вот. Да, есть одна. Когда помирится Украина с Россией? А зачем? Чтобы вы опять на нас напали? А кто на кого нападал, вот скажите? А, я забыл, это же наши солдаты поснимали знаки различия и там давай на Курскую область там делать Курскую Народную Республику или там Воронежскую или Белгород отжимать. Я забыл, извините, я просто не знал об этом. Я Ну, не забыл. наши, ну, не наши Я же солдаты. вспомнил, я вспомнил об этом. Я вспомнил. Ну, не Это не наши же. ваши, мы таких и называем, их там нет. Это не ваши солдаты. Они не имеют никакого отношения к Российской Федерации. Вы, вот я вам скажу, вы очень подвижены на политике. Да ну, я вообще специалист по радиоэлектронике, работаю в интересах наших военных. А вы из какого города? Как вас зовут? Меня зовут Александр, город Харьков. А вы Меня откуда? Артем, Артем. город Москва. Это заметно. Ну и, так сказать, ну, я же говорю, может, у вас что-то интересное есть, какой-то вопрос Не, я интересный. просто сам родом с Киева. Ага, и что? Мне интересно, почему вот это вот все. Я не могу поехать своим родным. Ага. Ну вот, я не могу увидеть бабушку, сестру, там, отца даже родного. А, и вы заходите в чат-рулетку в надежде их увидеть. Да. Я понял. Ну, потому что вы гражданин Российской Федерации. Нет, я гражданин Белоруссии. Я понял. Ну, если гражданин Беларуси, то тогда все-таки же вы же должны хоть немножко знать, что именно Российская Федерация. А вы с территории Беларуси попробуйте заехать к нам. Не пускают. Не пускай, кто не пускает? Украина. На каком основании? Вот сейчас вот на данный момент я вам скажу Да. основание коронавируса. Коронавирус. А до коронавируса можно же было заехать с территории Беларуси? Конечно, легко. Ну так вот и все. Вот вы получили ответ на свой вопрос. В чем тогда проблема? Тогда, значит, проблема ж в коронавирусе, а не в их там нетах. Вот, ну, вот сейчас получаем российское гражданство с женой. Да. Отказываемся от белорусского, и мы уже врагами становимся. Ну, как только вы станете гражданином Российской Федерации, то вы станете гражданином страны оккупанта-агрессора. Да, то есть не стоит это делать. А это ваше дело, мне-то что? Я вам что, так сказать, вы моего совета, что ли, послушаетесь? Да. Вы знаете, уезжайте нафиг из Мордора. Вы знаете, советуют в Германию. В Германию, пожалуйста. Очень хорошо. Польша. Польша, уезжайте. Спасибо. Пригодится. Вы потом вспомните мой совет. Вы мне спасибо скажете. Будете ночью засыпать и шептать: Александр, спасибо. То, что посоветовали. Конечно, однозначно. Да, я Мордор. тоже так Тут думаю. представьте себе, например, там Московская Народная Республика будет воевать со всеми. С Серпуховской Народной Республикой. С Курской Народной Республикой. А, так сказать, то, что они между собой будут республики воевать, так, а все будут ненавидеть в третье кольцо ненависти московское. Да вы правы, Александр. Я знаю, это просто я старше, я опытней. Я в курсе. Не благодарите, это бесплатно. Консультация, да? Конечно. Огромное спасибо. Пожалуйста. Я Вот. еще подумал. Нехай ще стить. Нехай зараз буду.